В общем, я вернулся с поля битвы. Крутсайбл. В общем, неважно. И я дофига всего получил, например, левел прокачал. В общем, неважно. Hey, Hall. Золотая пушка перепенетратит всех. И может выписывать урон сразу двум множеству целей. А здесь что? Ну блин. Это покруче будет. Что не буду ничего менять. И здесь еще всякой фигни прикольной. Навпадал? Нет, ничего не навпадал. Значит, я это уже поставил. Глиммеры. Это можно тогда убрать. Это тем более. И это тоже. А здесь вот даже не знаю. Вот сменить на дисциплину или нет? Ну да, мне бы дисциплины побольше, поэтому... Мне интересно, как я буду выглядеть в этом говне. Твою мать! Я только из-за внешнего вида не хочу надевать. В жопу! Да, в жопу. Смотрите, я даже что сделаю. Оп! Надо внешний вид более-менее нормальный. Давайте, смотрите, разное хуже, чем обычное, необычное, точнее, обычное, необычное. Вот же, блин. Да нет, конечно. Я поставлю что, баран, что ли? Да, это потрясающая вещь, которая мне так нужна будет. Она такая полезная, просто капец. Ну и мне, кстати, еще пригласили. Прям два раза на мыло кинули всяческое говно. Мол, забери эмблему! Ну забери эмблему! Ну забери эмблему! Ну забери эмблему! Ну забери эмблему! Твою мать, not enough space. Ну вот сейчас будет у меня супер enough space. Я замаж два... задание из Crucible. No. Do not want right now. Круто, нифига себе, сколько появилось всего. Ну вот он у него обновляется через. Обновится через 4 дня. 200 Olympus Tears on Mars. Нихера себе. 10 падших майоров или ультра легко. Что можно взять? Бить 3 или больше врагов с одним сингл суперюзом. Что? Окей. Не-не-не-не-не, это в жопу идите. Тут, наверное, легко. Надо посмотреть, что это Shrine of Oryx. Вот это можно взять. Только у меня другой фигни есть. О, господи, я почти 16 левел. Почти. Так, что это за говно? Давай. Дайте угадаю, у меня сейчас места не будет, да? Нет, есть. Кстати, что это такое? А, окей. Убить 25 хантеров в Крусайбле. А вот в жопу ты не хочешь пойти с такими заданиями? Вообще супер интересно. Я вот это возьму. Why not? Ну и... Так, нет, это вот здесь было что-то интересное. Да, еще и хранилище есть зачем-то здесь. С твоим бесконечным почти инвентарем. Ну, Богу помолимся. Что там выпало? Твою мать!
Криптарх ранг 1. Окей. Получите высокий ранг, чтобы получить награды. Be safe. Primary weapon engram. Always interesting. Ну и чё он даёт? Алло? Ну капец разница! Просто обосраться! Вот это реально вещь! Просто из ниоткуда! Что за чушь? ОМГ. Так. High zoom in class. Ну, как-то мне не нужно. Вот лучше я вот это хочу. Вот это вот. Нижняя часть. Нижняя половина каждого магазина приносит дополнительный демаг. Окей. Норм. Weapon parts мне нужно. Мне нужны 4 штучки. Так, здесь у нас что? Upgrade damage, естественно. This weapon causes void damage. Можно даже это поставить, machine gun вместо rocket launcher, который что-то как-то мне никак не пригождается. А еще хочу себе точилу другую. Ну, в смысле, этот, как он называется? Черт, Спэрроу. Интересно, это... Писюны здесь продаются? О-о-о. Чё за Dead Orbit? Окей. Это я могу купить без всяческих задротств. Не важно. Так, что у тебя есть? Давайте посмотрим. Legendary. О, господи, я должен вот это достать. О-о-о-о-о. Не, спасибо. Я играю часов... Сколько там, не помню уже. Часов 8, и я до сих пор даже один не набил, а надо 150. Ты шутишь, что ли? Хе-хе-хе, я вот лучше у этой бабы что-нибудь куплю. Quick break. Boost. Они все стоят одинаково, да? Окей. Они все одинаковые. Ну или нет. Они все одинаковые, иди в жопу. Смысла нет что-то брать у тебя. Что у тебя есть, козлина? Охереть! Эмблемс. Окей, вам нужно, в общем, выполнять баунти, надев что-то, что относится к Future War Cult. И это можно сделать только на 20 уровне. Просто охереть. Посмотрите, это смайлик, ты упорот, твою мать, видите? Вот это два глазика, вот где голова, видите? А это ротик. Ты чё, упорот? На 20 левеле все это делать, вау! Ну просто охереть, разнообразили игру. Ладно.
Ладно, понеслись дальше. Так, что еще? А, да, можно же зайти к этой бабе, к наставнику моему. И она мне типа даст эмблему. Типа новую, типа эксклюзивную, прикиньте. Let's do this. Все понятно. Вы что, серьезно? 65 отметок Crucible? You know where to find. Вы что, бараны, что ли? Это ж сколько надо задротить-то? Это ж просто задротить, не перезадротить. Я херею. Или стойте, или это не то. Это репутация. Это Vanguard Marks. Может быть, я смогу их как-то получать? Потому что Vanguard Marks и Vanguard Rank — это разные вещи. Да, это ранг. Вот это ранг обозначается. А это... Ладно, я что-то сейчас зату... Ладно, разберемся. Что у тебя есть, бро? А есть что-нибудь нормальный здесь, не голубой? А ты лысая негритянка-баба, отлично! У нас здесь робот, голубой мужик и лысая негритянка-баба! Вообще норм! Чё? Так, вот ты лучше всех! Окей, надо собирать всякую херню, чтобы здесь обменять. Коварный, видите, там парни-то коварный, блин, злющий! Коварный, красивый! Просто мой потрясающий человечек. Вот это мне отдали. Не знаю за что он, ладно. Enjoy. See you around. Enjoy. Поиздевались так. Ну, это больше подходит мне. Как полному идиоту. Идиоту! Пойду еще сюда сбегаю, что уж делать. У меня немножко до 16 левела осталось. Там по-любому уровень миссии увеличился. Я просто левел поднял в одном лишь мультиплеере. Поиграв 5 матчей. Окей, это все эмблемы. И это рарная эмблема. А можно мне сначала запревьюить ее? Ой, вот это прикольно. Здесь нужно... Здесь можно цвет брони еще пофиксить. Я же ничего не пропустил здесь, да? Не, ничего, ничего. Где мой двойной прыжок в этой сраной локации, твою налево? Мотофлайт. Ядрен батон. Сколько здесь надо задротить, чтобы это все получить? Что за маразм? Кто будет проводить время столько в этой игре? Так, мне еще говорили то, что здесь где-то был мертвый призрак. Ну, в общем, либо мне надо прочистить глаза, либо этому человеку. Потому что, если честно, я ничего не вижу. Мне, наверное. Или здесь. Эй, бро, где ты сдох? Скажи мне! Здесь звук какой-то.
Но там парень коварный стоит. Коварный парень! Новая монархия. Охереть. Просто капец. То есть вам надо будет пройти игру, потом еще заниматься этой херней до кучи. Перепроходить кампанию. О, это псевдо-ММО. Ладно. Я вроде все здесь сделал, что можно. Вроде стал крут. Ну, формально. Можно идти на орбиту. Ладно, хоть когда не в коопе проходишь. Хоть какие-то плюсы есть. Например, на орбиту переходишь быстрее. Ну, еще бы загрузки были бы побыстрее, было вообще классно. Ну, блин, я не могу эту херню взять. Что ты ко мне пристала? Так, там как называлось? Shrine of Oryx. Всего 12 левел. Так, здесь посмотрим. 11 левел, 10, 11 патруль всего лишь. 12, 13. Здесь, по-моему, 15 левел нужен был для харда. Нет, 16 нужен был для харда. А где 17, по-моему, был? Да. Теперь это не very hard, а всего лишь hard. Но я пойду патрулировать. Патрулировать, чтобы чики-пуки всем сделать там. Пальцы в руки. Жопу в руки. Неважно. Ну, у меня просто есть баунти, который надо выполнить. Так, ну где только что был? А, я был на земле. Еще мне понравился комментарий в мультиплеере, когда с Венеры на Венеру перелетали, чтобы начать новый мультиплеерный матч. И там человек пишет, а чё они это, с Венеры на Венеру летят через... Чё там кто-то написал? Короче, сверх... Быстрый поток, ну в общем через эту трубу! We can help the city. I'm already detecting a few. В общем, через эту трубу. Что они делают? Круг специально, что ли? This is Banshee, offering rewards for whatever can be scavenged from our enemies, sending along some details. Окей, мне надо убивать падших. Охренительная миссия. Где я вообще? Главное не сдохнуть, в том-то и дело. Так, ищем какую-нибудь халяву. В любом день халява должна быть. Мне надо было подготовиться, мне надо было написать на бумажке, что я хотел прочитать. Но я в итоге облажался. Здесь есть кто-то? Нет, я тут 26-й левел был. Я вот один чувак такой 16-го. А, привет. Дебилы, что ли? Чё-то как-то быстро. О, Дмитро, блин, тут одни русские, серьезно. Фига себе, сколько у русских PlayStation 4, а? Или мне так везет, или по региону просто выдают. Ой, мама! Ой, мама! Мими! Fuck you! Fuck you, щипчик! Кораблик! Я людей убивал! Этой херней. Думаешь, тебя не убью, что ли? Да, и кстати, вот когда вы прокачиваете вот эти вот карты, вот сейчас видите, я пошел уже на третий ранг. А, ну в общем, сейчас я должен...
с падших получать больше глиммера, ну то есть денег. Потому что я прокачал гримуар карт до 2-го левела. Вроде как. В общем, там прокачиваешь эти карты, получаешь различные бонусы. Иди сюда. Я, правда, их и так убью, но... Не нравится эту херню юзать. That's enough. Nice work. Плюс 10 Vanguard Points. Так, я хотя бы взял эту херню. Так, это опять сбор этого говна. Вот это что-то интересное. Ну что-то другое, в смысле. Чё? Уже иду! We don't know enough about the remains of this area, Guardians. And the Cryptarchs abhor ignorance. Sending you an encrypted message. Криптарху очень интересно что-нибудь о до сих пор работающей реликвии в подвалах Академии, окей. Твою мать, там же вексы! Ну просто зашибись. Ладно. Зато я 15 влево и кому-то буду давать по жопе сейчас. А, не всего до 15-го. Козел. Кто еще остался? Кому жизнь недорога? Кретины! Да, давай, давай там! Сохрани себе жопу! Ой, я инграмму получил, норм. Так, кто-то сзади остался? Только мне насрать, ребята. У-ху! Ладно, не насрать. Ой, иду, бью вас, что ли. Икспа же, все дела. Я типа должен еще 1006 получить иксвы. Тебе быстрее будет выполнить сюжетное задание на нормале. Но я же не такой, чтобы на нормале выполнять сюжетное задание! Нет! Нет! Нет, все норм, все норм, все норм. Это была паника. Секундная паника. Твою мать, нельзя эту херню саманить здесь. Вызывать из глубины надо. Приди, твари! Приди! Где твои усики, сраный Гитлер? Сбрил? Фу, лох. Знаете чё? Хочу снайперку. А чё они заб... What the fuck? Ты дольше еще прогружаться можешь, нет? Смотрите. Hello! Hello! Hello, сэр! Сэр не поздоровался со мной. Писи. Нихера себе, а что они здесь делают все? Incredible. I'll re-image this for the city. Я так долго буду набирать в ранг Вангарда. Hello? Hello, guys? Что делаете? Ультра килл или как там? Просто килл. Да всем насрать, какой килл. Парни просто фармят, что ли? Ладно, пойду задание возьму, что ли.
Парни просто фармят. Им интересно этим заниматься. Очень. Что у нас здесь? A dark shadow grows in this area, Guardians. The light needs you ready to fight. Ты серьезно? Просто уб... Окей. Ладно. Сейчас парни-то наубивают тут. Почему я это сделал? Объясняю. Там дофига всего можно подобрать сейчас. О боже мой, убивать врагов. Вот это задание. Тут вообще хоть что-нибудь есть, нет? Там очень... Клево с пацанами, конечно. Пойду сюда бить козлов. Здесь вроде они есть. Ой, твою мать, сколько козлов! А! За чихуахуахила, да? Куда бежишь? Ой, там через него что-то выпало. Что-то кошерное. Готовы! Не, что-то как-то я... Бесстрашно зашел. О, фак! Как ты вышел ко мне, а? Неожиданно, сволочь. Гоблины, хоп-гоблины. Саб-гоблины. Пучковые всякие. Развелись тут тоже, а? Дурак, яйца свои лучше прикрой. А, на тебя нельзя напасть, так, да, окей. Твою-то мать. Твою-то мать, там лестница есть. Дебил. Woo! Why? Я вообще здесь был, нет? Mission complete. Все мы в омлете. Венус. Как будто мы не поняли. I'm your Venus. I'm your fire, your desire. Наверное. Проба, блин, ад. Серьезно, здесь ни одной миссии нету. Я в какую-то херню зашел в непонятную мне, если честно. Ну да ладно. Надо еще потом на Венерин Страйк сбегать. Как это звучит? Венерин Страйк. Венерический Страйк почти что. Ой, привет. А я тоже так умею, между прочим. А где у нас тут? Тут, видимо, парни держат оборону. Ну ни хера себе, как вы дерьмово держите оборону, я подумал, что парни до сих пор здесь.
Мне нужно задание. Парни, я всего лишь за заданием пришел. Конечно, могу вас убить, это ничего такого. Я еще себе тут наберу сейчас столько всякого говна. Что просто обалдею. Давай следующее. New Monarchy is offering bounties here. Whatever haunts us, we should haunt twice as hard. Да ладно! Mission parameters encrypted. Убить всех на этой территории! Да ты чё, вот эта миссия! Двадцать врагов! Просто изи-пизи лемон сквизи! Главное, чтобы никто сзади не подошел. Ну, теперь можно. И на дрэгах поотрываться. Пофармить, как кабанчиков в лесу. А вот теперь падши бы мне помогли! Есть где-нибудь мясо? О, отлично! Фак! А вот теперь надо бежать! О, фак! О, фак! Нет! Свидание. Есть какой-нибудь... А, вон ты, тварь, что ли? Окей. Свидание. Well, that had to ruin their day. I'll make sure the city hears. Да что за говно? Я просто ищу миссии, которые кончились здесь, прикиньте. Застрял я в луже фанты какой-то. Стоять, может там что-нибудь было внизу? Или реально эта локация ни с чем? Вау, могли бы хоть какой-нибудь сундучок поставить, что ли? Да твою-то мать! Ай-яй-яй, кто стрелял? Интересно, Минотавр считается за ультру или там за кого, кого мне нужно убивать у вексов? Главное, чтобы мне не пришлось идти назад сюда, чтобы выполнить миссию какую-нибудь. Ну там я миссии все выполнил, которые можно в этом странном патрулировании. Мультиплеер качаешься быстрее. Серьезно, здесь все время стояла корзина, которую я пропускал. Окей. Потому что никогда назад не возвращался. Они специально поставили ее для таких, как я. Ой, привет. Бро, ты живой вообще, нет? Мало ли. Может, стайка твоих сперматозоидов тебя обхватила и несет куда-то.
Вот эта фигня. Свали с моей дороги. Очень интересный расстрел животных. А, сегодня, мы познакомимся с вами, с расстрелом поганых, уродов. Вот сейчас вы видите, как эти, уроды пытаются, где-то тут на меня напасть. Вот, например, вон там уроды. Но сначала для, профилактики надо взять миссию. Okay, I got a scout mission here, Guardians. In and out. Fight if you have to. Окей, но сначала я убью их. Ему надо тактику, ему надо какую-то инфу про тактику, которую используют враги против друг друга в битве. Серьезно, от одной гранаты столько развалилось людей сразу? Что-то я супер оверпауэр для этой локации. Для чего это место? Хотя бы мертвый призрак какой-нибудь есть. Тут 50 мертвых призраков. Я нашел пока что всего лишь двух. Так, главное не сдохнуть сейчас. Там, наверное, один валяется где-нибудь в жопе. Фига себе, 9000 набил почти. Ни одного майора или утрю не убил еще. О, господи, я же иду на ту самую локацию, где было больно. Не падай вниз! Вау! Если бы сейчас пришло 9000 заново набивать, я бы просто охерел. Спокуха. Спокуха. Реально? Ничего. Твою мать! Может здесь? Какая-нибудь мини-пещерка, ну? Ну блин! Все пусто, как в жопе! О, фак! Так. Мне просто надо следить за ними и все, да? Я воерист какой-то. Враги только делают, что смотрят на меня. Кей, чё это за дебил, твою мать? Он нас убивать-то будет или нет? Здесь вообще есть что-нибудь более-менее интересное? В общем, еду туда. С надеждой, что вот там это оно. Fuck you. Oh, fuck! О нет! Щит! Holy shit! Хотя бы такая басракалка была здесь. Так, это убийство врагов, но я буду убивать врагов, так и быть. Bounty for tech from this location. Extract the details. Yeah.
Блин, мне нужно не их убивать, а фоллинов или дрэгов. Ну просто охереть. Ух ты, а что это такое? Просто цветочек? Нет. Вот же отстой, а? Еще и апгрейд там логнулся. Не знаю какой. Но насрать. Unstoppable! Все, за Иксу можно не париться, можно подыхать. Видимо, чувак этим же парится. Дебилизмом. Блин! Естественно! Миссия с убийством дрэгов и прочего дерьма будет на той локации, где дрэга в принципе нет. Японский бог, вон там еще есть, кстати. То, что можно собрать. Как в самом настоящем ММО, вживаемся в роль ММОшника, бегаем, собираем всякое дерьмо ненужное. О, прилетело еще одно дерьмо ненужное. Но я сваливаю отсюда, потому что здесь слишком мало всякого говна ненужного. Вау, их надо собрать просто миллиард. Вы пришли, чтобы я вас убил, что ли? Вы бараны? Месье, вы баран? Идиот! Что там можно было? Видели, квадрат какой-то был? Сбоку. Что-то можно было собрать, что ли? Или меня это проглючило? Что это за херня меня интересует? Ай, насрать! Вот здесь потенциальное нечто может быть. Где я, мать твою, оказался? Что это за пещера? Море Фанты! Это что такое? Опаньки! Окей, you're the boss. What the fuck, что я должен делать? О май гад! Убивать их, понял. Вот парни уже здесь. Сейчас помогут, наверное. Это, видимо, рандомный ивент какой-то случился здесь.
Окей, уже плюс. Их слишком много. Он здесь наложил шариков. Если бы я был один, было бы намного сложнее. Я понял, что это был за квадратик, да, тогда просто кто-то сдох случайно. Фак. О, нихера себе! Блин, я коплю эту херню на боссов каких-нибудь. Вау, с чуваком зажгли, конечно. Вот же дерьмо. Стало 15 секунд. Я не знаю, что это такое, но ладно. Эй! Бро, спасибо! Джисперисус! Пока! Наверное. Ладно, пойдемте дальше. Я, кстати, еще одно выполнил сразу. Там не надо было убить всех этих ультра или кого-то там. Well done. О май гад! Просто капец. Так они сзади появились. Что я сделаю? Ну, миссию выполнил. Сколько мне еще осталось миссий? А, все, можно уходить. Окей. Два равных материала получил.
Ладно, можно сваливать. На орбиту. Ну вот это, конечно, опциональный эвент был, конечно, неплох. Который появился Strike Playlist Unlocked, окей. Получайте рарный экип, побеждая боссов. Мощные награды ожидают гвардейцев, храбрых достаточно, которые могут столкнуться с самыми ужасными созданиями тьмы в плейлисте Strike. И где он? Ага. Хо-хо-хо! Нихера себе! Нихера себе! Vanguard Wolf, Vanguard Viper и Vanguard Eagle. Не, мне рановато пока что. Туда валить, по-моему. Зачем вообще эту локацию нужна, я не знаю, ну ладно. Ну я здесь все запатрулировал вообще. Сгоняюсь, сдам, пожалуй, все, что я и наделал. И заапгрейджусь заодно.